have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, 14 серия Дреджа, смотрите. Я подумал, что я не особо эффективно использую свое пространство, поэтому решил пока что поставить костяной талисман. В общем-то, я без понятия, сможем ли мы на вот эту прибрежную поймать то, что нам нужно, надеюсь, что да. Если нет, ну, наверное, у меня будет только возможность прокачиваться. Короче, ладно. Давайте отчаливаем. И у нас тут крабы, все дела. Давайте пока что просто, получается, поплаваем. Может, что-то уже поймалось. Я так понимаю, что нам нужно будет и ночью, и днем поплавать, и всякое такое. О, кстати, а что это за... Деревяшки я таскать не буду. Что это за место? Волны плещутся, а вынесены на пляж обломки. Посередине этой грубой лежит... Грубой груды лежит деревянный сундук. Конечно, заглянуть, вы чё? Тут есть карта сокровищ. Как же без карты сокровищ-то, а? Дублон, это, конечно, все хорошо. Прибрежные. Я на эту штуку могу ловить прибрежные, мелководные и океанские. Хорошо. А акула это... Кстати, это акула молот. Я хочу их поймать. Тварь, что-то такая упитанная. Ладно, оно тут было одно. А, стойте. А куда идет рыба из трала? Если я поймал одну, где мне еще посмотреть? Ну, что-то еще поймалось. Рыбы тут немного, смотрите, вон она показывает нам. Знаете, я бы немножечко тогда повнимательнее смотрел бы еще на берег, раз у нас попалась карта сокровищ. Не факт, что здесь будет вторая часть, но все же. Три рыбы поймали. Тут каких-то вроде как больших опасностей нету, если в центр не заплывать. О! Заглянуть. Еще одна часть. Супер. Скорее всего. Вот так. Да-да-да-да-да-да-да. Вот так. Ладно, давайте я заберу все. Продаю сейчас это. Значит, должна быть еще и третья часть, получается. Ушастая Аурелия. Вот, я ее поймал. Отлично. Блин, а она так прям сходу поймалась очень быстро. А где форт? Ага, форт где-то вон там. Я лучше по бережку пройду. Под настолько по бережку. Короче, ушастая Аурелия ловится на эту сетку, на этот трал. Это не проблема. Еще какая-то фигня попалась. Как мне из трала вытащить? Ученая, моченая. Так, снова здравствуйте. Так, да-да-да-да, по поводу... А, вот сеть. Отлично. Свежая. На, держи.
Спасибо, что ж, да, все образцы нужных мне видов, обитающих у поверхности, но, боюсь, мне также требуется несколько образцов из более глубокой области, но это не проблема. Но это проблематично. Почему проблематично? Я разработал устройство для взятия образцов из глубины зоны, пока была на исследовательской базе, до нападения. У меня есть идея, как можно отпугнуть существо на какое-то время, чтобы успеть собрать образцы. Но пока я буду над этим работать, принесите, пожалуйста, несколько деталей прототипа. Будьте осторожны, советую вам идти днем. Лично меня ночью на рифы ничем не заманишь. Что-нибудь еще? Да, давайте поспим. А еще, кстати, ребят, я кое-что заметил, сейчас утро наступит, я вам расскажу. У нас собраны все квесты, посмотрите. Поскольку старые не отваливаются, они продолжают висеть здесь. Да, мы некоторые провалили, к сожалению. Особенно насчет фигур. Смотрите, золотая фигура. Фиолетовая фигура, красная фигура, должен быть где-то четвертый. А, вот синяя фигура. Синие и золотые фигуры умерли. Я думаю, что фиолетовые и красные тоже умерли. Мне их просто надо навестить. Что от меня сейчас требуется? Энциклопедия. Это, конечно, круто. Поручение. Собрать все образцы. Мне нужно помочь ученым собрать все необходимые образцы. Мне нужно забрать детали прототипа. Оставлю ученые старой сельской... мне просто на базу сгонять? Хорошо. Тогда давайте я сейчас поеду продамся, переобуюсь немножечко, потому что я думаю, что я хочу скинуть трал. Трал веселая штука, но он вот этот вот базовый, я не уверен, что я хочу с ним продолжать бегать. Я его, наверное, просто сниму. У меня есть некоторые идеи по поводу того, что я могу сделать со своим местом в инвентаре. Я вам тоже сейчас покажу это. Так, рыбный рынок. Продаем все. Идем на верфь. Скажи, что у тебя есть деталька, пожалуйста. Блин. Тогда нафиг, нафиг. В трюм. В трюм. И теперь. Так. Смотрите. Вот это... Где оно было? Вот здесь оно было. Так вот, гляньте. Это у нас океанские мелководные мангровые. Стойте, океанские мангровые мелководные. Давайте мы вот это вот снимем. И втрем. Карту. Карту пока втрем. Вот эту штуку снимем и тоже в трюм. Теперь, что мне по месту? Я сейчас потрачу, наверное, день, это не проблема. Так. Три. Снять и в трюм. Все, сняли все оборудование, идем в трюм проверять. Теперь, у нас есть вот эта штука, которая дает прибрежные, мелководные и океанские. 132%. А у нас есть вот эта, которая дает прибрежные, мелководные, мангровые и вулкановые. То есть, у нас тут нету океанских. Опять же, тут у нас прибрежные, мелководные, тут у нас прибрежные, мелководные. То есть, они в этом себя дублируют. Вот эта штука нам дает только океанские. Да, с большим процентом вылова, но она дает только океанские. Смотрите, что мы можем сделать. Можем купить гидравлическую лебедку, которая на 4 слота. Теперь подцепим вот эту штуку. Установим ее вот с... Да не пофиг, вот так вот мы ее установим. Нет, на самом деле нам тогда выгоднее установить ее здесь. Теперь мы берем океанскую, устанавливаем. У нас скорость лова 192%. Мы получаем прибрежные, мелководные, океанские, вулкановые и мангровые. То есть 5 видов, да? Смотрите, что у нас это дает? Океанские, прибрежные, мелководные.
Здесь у нас есть океанские, прибрежные, мелководные. Мы получаем все те же самые преимущества. Но при этом мы можем вот эту штуку сюда зафигачить. Смотрите, у нас процент лова какой... 522 скорость лова будет. Это будет эффективнее, на мой взгляд. Пока что продавать я вот это вот не буду. Оставлю как есть. Так. Золотом потом по этим продадим. Так вот. 20.45 давайте. Спим, отдыхаем. Потратили мы на этот день, но на самом деле я об этом не жалею. Поехали теперь. Взять все. А! Кстати, ачивка приехала, видимо, я крабов наловил. Надо еще купить ловушек и раскидать тут еще парочку. Но это халявные деньги. В общем, что нужно было, наверное, сделать изначально, о чем я подумал поздно. Ну, хорошо, что я вообще об этом подумал. Нужно... Так. 9 дней. 7 дней. Давай вот это вот. Изначально возле каждой вот такой плавучей базы нужно было бы раскидать крабовые ловушки. И потом каждый раз просто приезжаешь, подбираешь и... Это халявные деньги. У нас, кстати, остался один неиспользованный скилл. Ха, это прикольно. Итак, поехали. Нам надо забрать с базы кое-что. Она у нас вот здесь. А, и нам бы тогда найти бы третью часть карты. Там явно сокровище. Давайте этим тоже займемся. Потому что я не ожидал здесь что-то подобное увидеть. Лаборатория. Поехали. В лаборатории почти ничего не осталось. Повсюду разбросано оборудование и научные работы. Что хотите сделать? Шкафы? Нет ничего. Что вы хотите сделать? Оборудование на столе. Находите детали прототипа. Необходимо ученых, чтобы собрать... Да, давай. И на полу разбросанные листы бумаги. Уйти. Генератор. Трещит, работает с перебоями. Супер. Давайте продолжим, наверное, туда. Блин, а как бы третья часть не была где-то здесь. Я не могу тут ничего сделать. Жаль. Если две части были уже... На этом острове, я так полагаю, что третью... Хотя, знаете что? Самое интересное, что, наверное, даже без третьей части мы смогли бы поискать это сокровище, потому что, мне кажется, там достаточно информации. Там есть крест с положением, и там есть указатели юга-севера, по которым уже, в принципе, понятно. Давайте мы все-таки немножечко еще пошаримся, полазим, посмотрим. А вдруг найдется то, что нам нужно? Она должна мне дать как раз способность разблокировать глубоководную ловлю. Ученые вот это. Потому что как раз ей нужны образцы, ей нужно все, что там... Так, а ты у нас... Да, ты у нас... Мудак. Который прячется. Да-да-да, покричи мне там еще. А. Ладно, на самом деле насчет карты я потом еще полазию посмотрю. Это не такая же проблема, так, под этим ускоряться. Я забыл, чем ускоряться. Пляж, пляж. Пляж, пляж. Ну да, здесь мы на пляже нашли один кусок. Там мы нашли один кусок. Да, в общем, карта явно состоит из... По-моему, это нужно будет тогда где-то на прилегающих островах. Что там было?
показалось. Где-то на прилегающих островах смотреть. Сейчас давайте пока что отнесем ученые детали, тут же заночуем и попробуем потом пошариться. По крайней мере, они должны находиться в этом биоме, мне кажется. Да, блин, пришвартуйся, пожалуйста. Так, ученые. У меня есть детали, да, прекрасно. Сейчас соберу вам устройство. С помощью этого вы сможете доставлять образцы с гораздо большей глубины. Да, это оно, то, что мне надо, наконец-то. Оно работает довольно медленно, но вы сможете внести в него некоторые улучшения. Черт. Глубинные. Оно мне даст возможность ловить глубинные. Но мне придется... снять как раз океанские. Но само по себе... Ладно. Смотрите, разработала отпугивающее устройство, которое проецирует яркий свет и издает шум на высокой частоте. Должно удержать существо на расстоянии или же... разозлить его. Не знаю. Подключите устройство к генератору исследовательской базы. Раз в несколько часов нужно будет возвращаться к нему и включать повторно. В остальном или оно полностью автоматизировано. О, отлично. Спасибо. Вот список образцов. Не забудьте, что устройство нужно установить и включить, прежде чем попытаться взять образцы. Возможно, мне нужны глубинные, да? Пучинные. А есть глубинные и пучинные? А как? Погодите. Вот эта штука, она мне дает только глубинные. А как мне пучинные? А, по поводу этих образцов. Раз. Гигантский бокоплав. Погоди, это краб. Удильщик. Иглород. Морской слизень. Съедим. Мне сейчас чертовски интересно, как это будет работать. Вот, собственно, почему я их и путал, потому что... Стой. Возле форта нету ничего тут у нас. Потому что глубинные и пучинные, это же, в принципе, разные. Так, нет, не ты, дружище. Блин, возле форта нет. Ну ладно, карты, я же говорю, мы займемся потом. Давайте пока по квесту. Глубинные... Вот вы, например, вы кто? Глубинные. Вот тебя, дружище, мне и надо. Я одного сейчас пойду сразу же отвезу. Вот так. Держи. Одного сразу же отвезу обратно. Остальных продам. Ну, то есть один из четверых попался очень легко и быстро. Нет, ну в смысле... Да, теперь можно... Можно вот эту штуку, которая и глубинных, и пучинных вытаскивает. Она мне нужна, она мне срочно нужна просто. Наконец-то. Так, ученые... Давай, по поводу образцов. Держи образца своего. Готово. В общем, мне нужно срочно где-то детальку достать. Пожалуйста, скажи мне, что ты ее продаешь. Будь человеком. Раз уж я иду продаваться... Нужно повылавливать всякую гадость. Вот так. Ладно.
опять такие же. Так, тут у нас полно крабов, супер. Я уверен, что что-то из них ночью должно бы обитать, но посмотрим. Так, рыбный рынок. Продать все, пожалуйста. Теперь, Горф. Дай мне деталь! Знаете, ребят, давайте я поставлю пока что... Ладно, не буду ставить на паузу. Давайте спим. Я хотел сказать, что давайте я все-таки добуду деталь, прокачаю себе, возьму эту удочку, но ладно, посмотрим. Интересные вещи. Терновый венец. Венцовый тернец. Я просто надеюсь, что я, возможно, смогу достать детали где-то здесь. В центре. Я очень на это надеюсь. Мне всего одна нужна. Я уже об этом думал, что, возможно, стоило бы одну деталь приберечь на такой случай. Но, блин, я провтыкал. Так, ну-ка. Под Гератор выкидывается что-то небольшое. Спасибо тебе. Включи устройство. Да. С гулами жужжанием отключающее устройство оживает. Через несколько секунд сверху вспыхивает яркий свет, включается световой сигнал. Ученый сказал, что это позволит держать в существенном состоянии, по крайней мере, некоторое время. Сейчас, ребят, подождите. Быстро обратно на понтон. Теперь прокачиваем наконец-то. Вот, мне нужно будет потом, моя цель вот это вот, на 4 клетки глубинные пучины и океанские. То есть сейчас делаем глубинные пучины, и нам нужно еще 3. Так, вверх. Глубинные пучины. Значит так, снять. В трюм. А вот это вот одеть. Все, теперь я могу, кроме океанских, ловить абсолютно все. Фух. А эта штука еще работает? Звук есть, отлично. Вот это то, что мне надо. Морской слизень. Еще один. Тут высокие запасы, поэтому... Фига себе. Вот это мне надо. Блин, оно сейчас как выключится. Эта фигня как вылезет. Ходу! Оно выключилось. Оно выключилось, это я слышал, это я понял, спасибо. Давайте я отвезу тогда, что есть. Пока оно не пропало. Но у нас осталась, в принципе, то одна рыбка. Тихо. Уж не знаю, ночная она, не ночная. Да, так, ученые... По поводу. Да. Раз тебе. Два тебе. Иглород. Тебя занос. Так, хорошо, энциклопедия. Это у нас разные вот эти ребята. Так, что ничего, ничего. Поехали ночью. Опасно, конечно.
Но... Что поделать? Мне придется рискнуть, потому что мне кажется, что эта штука, она только ночью будет. Ну, посмотрим сейчас, я, возможно, ошибаюсь. Генератор. А, да. Поехали опять в центр. Это не ты. И не ты. Что за глаза тут появляются, я не пойму. Ладно, сокровище. Ты у нас вообще что, золотое кольцо? А! Погодите, а это разве не то, что мне нужно для квеста? Риска за сережки. Не нашел его, кстати. Ладно, сейчас мы еще с вами покопаемся немножечко. Мелководные. Взять все. Взять все. Оно вмещается? Немножко поторгуем. Итак, рудный рынок. Трюм. Так, золотое кольцо такое огромное, что кажется, его можно надеть на талию ребенку. Украшено россыпью разнообразных разных камней. Она так и не продает. Гадость. Нам вот эту вот последнюю штуку найти. Кстати, может быть, мы в паническом... А, нет, это не то. Я хотел сказать, к черному камушку в паническом состоянии подъехать, но это не черный камушек. Это океанская. Ага, да, океанские я не могу ловить, спасибо. Красные луцаны. В принципе, самое смешное, что мы можем сейчас отсюда свалить и сделать... сделать квест там, завершить, потому что у нас есть глубинные пучины. Оно выключилось. 12:40. Сейчас я еще раз его включу. И до вечера тут потусю. Вечером пойду спать. Так, генератор. Да-да-да. Да чтоб тебя. Универсальная удочка отключается. Ну, я же чрезмерно рад этому, вы же в курсе, да? То есть я могу ловить теперь только глубинные пучины. Давайте я тут все нафиг выловлю. Thank you.
это мы выловили. Сейчас полную трюму вот этого говна нагребем. Стака. Осьминоги, которых я ловить не могу сейчас. В любом случае надо возвращаться починиться. Черт. Знаете, что у меня есть идея? Подождите. Сейчас. Блин, нам бы уж на самом деле пойти бы избавиться от всего этого. А, давайте спим. А где у нас эта штука была? Вот. Групперы. Давайте тогда немножечко отвлечемся от этого задания и предлагаю, знаете, что сделать? Где мы? Ингфелл. Да, давайте в Ингфелл сейчас ломанемся. Глубинные, ну-ка. Можно пособирать разного. У нас есть, по сути, все, кроме океанских. Ого, я вообще не туда плыву. Акулу я не могу поймать сейчас. Удильщик. Удильщик. Вон он. Вот эта тварина, которая мне нужна. Фух. Возьму парочку. К тому же у меня такое ощущение, что уходя из локации, у торговки все-таки появится деталька. Я, понимаете, я не против их даже просто купить. Но, блин. Они продаются только по одной. Только вот так вот понемножечку. Просто у меня тогда будет полный спектр всего, что я хочу ловить. Вот это будет реально круто. Мне нужна вон та удочка, я стану абсолютно универсальным. Мне не придется больше мучиться. Так. Получается, отдаем сейчас последнюю рыбку. И что будет? Квест как-то обновится или все-таки это его логичное завершение? Так, ученые. Держи тебе вот такого красавца. Есть хорошие и плохие новости. С каких начать? С плохих.
Плохая в том, что добытые вами в бухте образцы содержат опасное высокое количество клеточных мутаций. Хорошая новость. Я вычислила, что вызывают патологии и в экосистеме. Все это говорит об одном. Существо в бухте вредит живому на клеточном уровне. Оно поражает все вокруг себя, невольно или же умышленно. Мне нужно записать результаты моих, наших изысканий как можно быстрее, возможно, теперь ко мне прислушаются. Ох, как грубо с моей стороны, вы столько для меня сделали, а я мало чем могу вас благодарить. Возьмите это. Открывает ящик, достает книгу, а затем смущенно... Я написал ее в ходе работы, думаю, она окажется для вас полезной. Спасибо еще раз за помощь, я бы посоветовал вам избегать этой области. Похоже, возле бухты небезопасно. Типа, да. На полке не прочитан. Так, прочитайте, чтобы задел на будущее. Чтение начато. Вот теперь нам реально нужно. Нет, мы сейчас поспим. И потом Вингфилл под водопад. Также мы сможем... То есть я пока что не пойду к коллекционеру. Я пока соберу все, что нужно собрать. Но к коллекционеру я пока что не пойду. Так. Взять все. Взять все. И взять... Ясно. Ну, смотрите, ну это реально халявные деньги. Просто халявные деньги. Давайте на рыбный рынок. Бах, 350 из ниоткуда просто. Верфь. Нету, спасибо. Ну пофиг. Мне нужно откуда-то достать эти три части. Ну то есть... Давайте забираем все. И... Поехали. Вроде как в эту сторону. Насчет карты я не забыл, ребятушки. Я займусь этими квестами. Просто я хочу, как бы там было, систематически этим всем заниматься. Сейчас вот эти острова посмотрю, потому что они находятся в этой экосистеме. Но туда ближе... Это слишком крутая штука, вот карта сокровищ, чтобы на нее забить. Поэтому про это не переживайте. Стоп. Там возвышается скала. На ее поверхности высечены 4 крупные грозные рыбы, а через ее основание проходят 4 большие расщелины. Так, там акула-молот. Это как вот было, мы собирали крабов, это как мы собирали мутированные рыбы. Тут ну, тоже по-своему. Я сейчас посмотрю, где она находится. Ясно, этот вот этот островочек. Я тут искал карту сокровищ, но нашел кое-что, что совсем тоже неплохо. Карт сокровищ тут нет. Так, нет, это я обратно плыву, но обратно нам не надо. Нам туда. Я попробую это все запомнить. Вот эти, они тоже относятся к пальмам? Блин, какая красота, что мы можем сейчас глубинные собирать. Мы тут были? Мне кажется, что да, вот это все мы уже облазили. Ну-ка, лагерь. Да. Это все у нас уже было. И тут с этой стороны ничего новенького я не найду. Это мужчина в золотом, который умер. Прости, дружище. Я тогда был не настолько опытен, чтобы тебя накормить. Так, а... Здесь.
Мы сейчас переночуем, а потом отправимся под водопад. Как же мне это бесит. Ты же там ничего не можешь сделать. Оно просто появляется, и бах, у тебя уже урон. А, рыбный рынок. Так-то с деньгами у нас нормально, но, блин. Вверх. Она перестала продавать детали. Причем, мне кажется, вообще. Ладно. Давайте отдыхаем до утра. И отправимся за селедкой. Селедяной король. Я надеюсь, он никуда не делся, что он до сих пор здесь. Так, тебя я могу ловить? Могу, но не хочу. Отлично. Селедяного короля мы выловили. Это одна из тех редких рыб, которые нам надо. Их там было то ли 4, то ли 5, сейчас я напомню себе. Вот, но вот явно то тайное место и та тайная рыба. Итак, это же явно то, что ты хотела от меня. Ну-ка, привет. Насчет редких рыб. Что ты хочешь узнать? Мне удалось найти Селедяного короля. Здорово, я обязательно добавлю информацию в свои за... Две штуки, супер, супер. А что других рыб? Так, ну-ка вот этого. Я знаю, что пеликановодные большероты обитают в самой глубочайшей глубине, что прям их нужны специальные снасти. Это мне есть. А что насчет гигантский гидроцин? Просто жуть, они охотятся в болотистых водах и прячутся в тени деревьев. Кажется, я знаю, где это. Я понятия не имею, где водится, но от них ведь чем-то первобытным, тебе не кажется? Супер. Ты точно не хочешь мне продать? А, стой. Прокачать же надо. Мне нужно раз. Еще одна, блин, маленькая деталька. Так, отсюда мы можем отправиться в... Давайте, наверное, к древнему храму. Раз он у нас тут по пути. Нужно будет заново объехать все локации, учитывая то, что мы теперь можем ловить с огромной глубины. Там у нас не хватало одной рыбки, да? Насколько я помню. Пучинные. Ты у нас кто? Угу. Кстати, короля-то продать надо. Пока он свежий. Величественный морской змей с большим гребнем. Его длинное тело блестит и переливается в лучах. Красавчик. Я-то его поймал, я его показал. А его продать же, наверное, надо, чтобы он не пропал даром. Прибрежный нет. Не надо, спасибо. Вот это все нам будет забрать. Взять все. А, он уже не влазит. Ну хорошо. Ну-ка, секунду, ребят.
Давайте на рыбном рынке все сплавим. Да, он просто продается. Скажи мне, что у тебя есть деталь. Не одна нужна, пожалуйста, просто одна. Черт, она тупо перестала их продавать. Погодите, это вот это место было, да? Локант. Огромнейшая фиговина. А мне кажется, это... Мне кажется, это не то. Давайте я прорвусь через безумие. Хотя мне кажется, что целокант это одна из тех вещей, которая она... Ну-ка. Торговец насчет рыб. Да, найти есть. Здорово. Я обязательно добавлю информацию в записи. Вот, все. Вы получили детали тем или иным способом. За что тоже спасибо. Так, хорошо. Рыбный рынок. Я тебе его продам все-таки тогда. Стоит просто немерено денег. Давайте я качну тогда вот эту. Наконец-то. Ресерчер, родс, все родс мы выкачали, двигатели все, ловушки все, у нас остались сети. Ну вот, собственно, их и будем. Детальку я пока придержу, минуточку. Мне нужна верфь. Ты уходи. Ты. Продать. Мне нужно вот это. Займет немножко времени на установку, но теперь я могу все ловить. И теперь из трюма я еще достаю вот такую штуку и тоже ее ставлю. Я получаю огромное количество процентов, 550% на ловлю, и могу ловить все, вообще все. Пучинные, глубинные, вулканные, прибрежные, все. Наконец-то. После стольких лет. Тогда мы спим. Процентов прочитано. Так, энциклопедия. Глубинный пойман один. Древний гигант, побитый временем, его медленные глаза поворачиваются и горестно смотрят на вас. На хребте дьявола. Ах, глубинные. Целокант. Короче, я две из четырех рыб нашел. И одну, я думаю, знаю, где найти. Хорошо. Тогда следующую серию мы начнем с того, что... Тут где-то нам нужно будет выудить нужную нам рыбу. Уже завершить тогда квест здесь. Зажечь уже наконец-то все три факела. Черт, это будет, по-моему, последний такой большой квест в игре. Нам останется еще по мелочи, ну, найти сокровища, исследовать разные уголки, поудить, вот достать ли не оставшиеся две рыбы. Нормально, нормально. Мы подходим к концу игры, но это еще совсем не конец игры. Тут еще есть чем заняться. Поэтому спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем хороших. Всем покеда.